Наркоторговцев задержали в сентябре прошлого года. На съемной квартире у молодых людей полицейские обнаружили более 600 граммов героина. Закладчики действовали сообща. У каждого из них была своя роль в противозаконном бизнесе. Самому старшему из них 29 лет, самому молодому 21 год. Данные подсудимые приехали в наш город из других городов, а именно из Московской области, но вместе с тем они являются уроженцами Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Мордовии и один гражданин Российской Федерации, уроженец Кемеровской области. Не имеют регистрации они в принципе постоянные и также не имеют регистрации на территории Курской области. Молодым людям назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет в колонии строгого режима.